В городе Орске прошел всероссийский турнир по хоккею на Кубок Владислава Третьяка среди юношей 99-го года рождения. В течение 5 дней за победу боролись 6 команд, представляющих известные хоккейные центры России. В финальной игре сошлись основные претенденты на победу – арчане команды «Южный Урал» детско-юношеской спортивной школы 4 и «Лада Тольятти». С первых минут завязался атакующий хоккей. Голкиперам обеих команд скучать не приходилось. Тольяттинцы сразу же открыли счет. Однако в начале третьего периода арчане смогли его сравнять. Все решилось в серии послематчевых бросков 4-3. «Южный Урал» добился победы в матче и в турнире в целом. Настоящим героем встречи стал голкипер арчан Константин Кузьмаул. Получив травму еще в начале первого периода, он не только вернулся на лед, отразил множество бросков тольяттинцев в основное время, но и трижды выиграл поединки с форвардами «Лады» во время серии буллитов, вызвав бурную реакцию, заполненную до отказа трибун. Когда уже свисток, все уже начали радоваться, хотя еще даже буллиты не пробили. Ну, потом, когда уже... Все, уже решили, кто первый буллит будет бить. Я себе сказал, что нужно буллита тоже вытащить, чтобы украсить эту победу. Вот. Ну вот у меня так получилось, как я и хотел. За финальной игрой турнира наблюдал 3-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Владислав Третьяк. Сразу по окончании турнира он лично вручил юным хоккеистам кубок и медали за первое место. Я сегодня благодарю всех участников, которые приехали в этот город. Показали хороший хоккей, особенно, конечно, финал нам понравился. Еще раз вас поздравляю, желаю вам удачи всем. Впервые за 3 года Кубок Третьяка остался в Орске, и радости мальчишек не было предела. Светлана Комарова, Артем Абапалов, телеканал ЮТВ, Орск.